Актер Юрий Соломин возмутился увольнением артистов из театра Ермоловой. Советский и российский актер Юрий Соломин прокомментировал увольнение большого числа артистов худруком театра Ермоловой Олегом Меньшиковым. Соломин осудил увольнение такого большого количества актеров. По словам мужчины, многие артисты находятся уже в пожилом возрасте, и они скорее выступали для души, поэтому не нужно было отбирать у них работу. Куда люди, особенно женщины, проработав 20 лет, даже 15, кто-то заслуженный актер, а кто-то нет. За что их? В театре в малом относимся к таким людям. Придумано. Одну роль будут играть две артистки, ведь это же для души, сказал Соломин. Также артист отметил, что не понимает такого отношения худрука, когда кто-то из актеров не нравится. По мнению Юрия Соломина, нельзя увольнять одних и брать других. Правильно сказал Юрий Соломин. Нельзя так поступать с артистами, которые тебе не нравятся. Свои роли ты играешь, зарабатываешь, а этих людей, которым больше никуда не примут, показывать на дверь. Это безобразие. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране.